ХП. Так что ты представляешь, да, у меня 4 патрона и 2 заряженных. Ага. И мы его не убьем, Сашка. Надо за вторым ружьем идти. А это там возле его бироги проходить. Я не хочу отсюда выходить. Смотри, да. Сейчас как выходишь, короче, да? Смотри, выходишь налево и чешешь, короче, до конца. Ну давай я, блять. Чё? Я в капкан ёбнулся свой же. А? Да, бывает. А почему я не могу? Набросай, перед уходом набросай сюда капкан. Ага, когда будут бежать назад, блять, нахуй, чтобы я в них же попал. Всё, давай. Всё, меня въебали. Куда да, идти? Да, умер ты? Прям? А, да нет. А где ружьё, блять? Чего, уйди? Ну, живые, на один нажми, она убирается просто. Угу. Сашка, налево, налево. Налево вот туда, что ли? Да. Ну все, давай, я пошел, пока. Как, сука, назад-то вернуться? Там вообще мудрено, без карты тут тяжело, но я играл, я уже знаю. Но все равно ночью я плохо ориентирую. Нет, Сашка, я пошутил, верни. Саш? Димка, поздно. Я Саша! Ну я, в принципе, прямо иду, так что если что-то я вернусь, наверное, назад тоже. Нет, ты сейчас возвращайся, говно. Я на всякий капканчик поставлю здесь, чтобы он, так сказать, служил мне указателем. Так что... Ты прям как-то, прям как возле меня, рядышком. Нет, я далеко ушел. Значит, кто... Я водопадик слышу. Вот я туда. Кирилл, страшно? Да так, блять. О, водопад нашел. А, у меня жопа болит. Я просто уже в The Forest, блядь, переиграл, нахуй. Да The Forest, ну вообще не страшно. Да поначалу-то пиздец был вообще. Да не знаю, я как-то... Вот не знаю, мне Сэм Дэйс туда и то страшнее было. На каждом сайте, блядь. И чё, если водопад дальше куда идти? Вот я на водопад прям смотрю. Смотришь, там есть такая пещерка? Наверху? Нет. Там должна быть как тропинка вниз немножко уходит, такая в пещеру. Вниз по водопаду, что ли, тебе? Блять, ну сходи вниз по водопаду. Найди, короче, болото, где будут деревья, короче, такие, половинка деревьев усохшие. Там будет лодка стоять. А в ней снайпа лежит. Охуенно. Все, ищи. Я даже не знаю, где она. Нет, ну я. Я у водопада. Димка себя сам пугает рыбой. Да, да. Ему скучно просто стало сидеть, он теперь решил. Саш, а? Не страшно. А я не знаю, где ты теперь. Я ушел в такую. О, я патроны нашел. Такую пиздину. И ящик какой-то. Чё давайте это? Все вместе сыграем. Саш, давай, заканчивай. Давайте все вместе. А что такое в водопаде ящик какой-то с патронами? Не знаю. Это кто там стреляет? Я. Это где-то рядом со мной, что ли? Херная. Ну-ка, вот если я с капкан постой, слышишь, ты слышишь? Нет? Нет. Да я не слышу. А здоровье-то кончается, тут жрать что ли надо? Нет. Значит, меня сейчас еще сейчас убьют все. Это он тебя столько раз, значит, выебал уже. А я что-то нашел, типа пещера. А у тебя звук-то есть? У меня? В игре нету звука? У меня есть. А. Хорошо. Ты что? Он как-то странно, блядь, его не видишь, он резко, блядь, появляется и съёбывает. А он бегает, он быстро очень бегает. Когда слышишь такие, знаешь, как по листве быстрые шаги, беги куда-нибудь. Но ты не успеешь убежать, не все равно беги. Я обосрался, друзья. Какая потеря так? Я блядь. Пукнул, ребят. Я вернулся куда падал. Чё ты? Я говорю, пукнул, блядь. Меня накрыло. Ой, жизнь, меня накрыло. Фу, блядь. Пёрнул, что ли? Чё это там? Какой ты догадливый. А, пиздец. Меня накрыло. Опять упарываемся, да? А что,
Давайте выходим все, короче. Слушай, и вместе втроем соединяемся. Слушай, а если сватах тогда были, там это наркоферм была, здесь ты что накурился? Не, тут я это пукнул. Своим же говном покрыло. Ты знаешь, приехали. Кабан, сука. Димка, приехали, ну? Приехали врачи нахуй поставить диагноз отравления собственного говна. Ой. Давай, Санёк, заканчивай, мне страшно. Да ладно тебе, чё ты? Я всё, я выхожу. Пропукаешь всё редкой слины. Ну давай, папа. Сейчас я вернулся. Кстати, на средненьких так прикольно не лагает даже. А я понял, мы братья, я знаю, что братья-близнецы. Гений, блин, а как потише сделать? Все, Кирилл первый выходит. Это не Кирилл, поскольку я пошел за этими. Нет, он с ружьем, Кирилл. А, ну пускай идет. Куда идти-то, блин? Прямо. Ну пойдем, блин. Фурис, блин. Давайте Форест зарубаем. Давайте, Форест. Я вас научу, блядь. Чего, я тебя бы больше научу. Чего ты нас научишь? Чего ты меня там научишь, блядь? Браток, вот мы с тобой играли, ты забыл, что ли? Потому что я дохуя играл уже. А ничего, что мы с тобой вместе в него играли? Куда налево, 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 налево. Помнишь, Кирилл? Че? Мы же с тобой вдвоем в него играли. Да. Угу. А есть пиратский, да? Можно? Да. Мы играли вместе. Давайте сидели. Втроем поиграем. Давайте. Потом, ну, позже чуть-чуть, сейчас. Ну, ночка ты еще длинная, че? Ну. Кирилл, прямо, прямо там на свет идем, на свет идем. Блять! Ты потом по записи посмотришь. Он, короче, знаешь, что сделал? Кирилл, давай иди сюда, Кирилл, мне страшно, блядь. Где все? Вот туда, Кирилл, где ты спиной стоишь, туда беги. Вот туда, куда, вон, блядь? Видишь, там свет, видишь? Вон, вон, вон туда, куда я смотрю, вы побежали. Вон туда, да. О, ящик какой-то. О, патроны. Пиздим. Так, музыка пошла, где-то эта хуйня бороет. Нет, музыка это просто как нагнетать сейчас. О, еще патроны. Снизу, снизу патроны. Музыка это для пука. Релаксирующий пук. Какой же? Релаксирующий. Сука, забраться не могу. И я не могу нихуя. Ну, блядь. Да бля. Ну-ка отошли нахуй все. Давай. Дипа, ты сука тролль, ты стоишь, ты там на край носом. Блять. Да по-любому стоит нахуй. Кирилл, пошли, блять, нахуй. Тихо, встань, тихо, подожди. А то встал там, блять, а теперь я не могу зарядить. Ну, нахуй. Фонарь выключи, буду снизу сидеть. Вон идет, блядь. Кто? Это кабанчик. Кабан, блядь. Ой, он тут догонил. Давай, давай. Беги за ним. Смотри, смотри на Саньку. На Санька смотри через бинокль. Через бинокль смотри. Какой бинокль, блядь? Б, Б, Б. Бля, смотри на него. Смотри, смотри, он разгневался, блядь, он забыл теперь. Где мы с ним? Ты бы тоже лучше бежал, потому что Рейк рядом. Раз кабанчик убегает, значит Рейк где-то. Да я тут бежал. Блядь, да что ж такое-то? Кабанчик где? Все потихонечку. О, да, да, да. Все в одной будке. Тут все пиздец, походу. Че, дальше не пойдем, да? Меня накрыло. В смысле? По твоему лицу видно, как тебе накрыло. Блядь. Ты хорош стрелять. Да че стрелять, мне все зависло, да. Димка, я угораю. Ты тут вертишься. Верчусь? Да. Это опаснее. А прикинь, у меня ничего не показывает. Ты ничего, ты стреляешь? А? Димка, вот как думаешь, что опаснее, Рейн, блядь, или нахуй? Этот дебил. Психопат. Я ничего не вижу, я, блядь, просто. Где этот дебил? Куда он побежал? Ты дурак, его сейчас Рейк сожрет, ну. Сашка, вернись, у нас нет ружья. Чего, блядь?
Пойдем найдем этого остолоба. Замерла, блядь, это как. Вон он, я вижу его. Вот он. О, тут тачка разбита. О, я ружье второе нашел. Нет, я, блядь, врач с ним. Что я второе ружье нашел, Саш? Смотри мне. Да перезапусти ты мне. А что перезапусти, я не смогу подключиться. Блядь. Он боит. Рейд боит, не поверяй. Он жопой, блядь, ходит нахуй стреляет. Пойдем за ним пойдем. А, то есть ты думаешь, что нас приведет к славе? Подожди, это он что бегает? Смотри, смотри, он сейчас в логово придет. Бегает, блядь. Я думаю, рейд похер. Кирилл, я просто тебе потом кину запись, ты посмотришь. О, будка, еще одна. Че, ничего нет? Куда? А, вот ты, возле елочки просто. Просто рядом два адекватных чувака, блядь, один психопат. У тебя патронов, Убежал куда-то. Я просто в экран смотрю и ничего не вижу. Слушай, ну если бы ты это... Ты когда ты это увидишь, ты будешь отдержать. Ты куда пропал, Я? Да не-не-не. Ты тоже. А, вот это. Нет, ты. Нет, а это где? Где наши это? А, вот. Сука. Где он теперь? А где ты? Я вот тут. А, вот он ходит. Кирилл, подай нам, пожалуйста, свой психолог сигнал. Во-во-во, я за ним. А, это ты. Ну ладно. Где ты, дебил? Дим, у тебя походу, он тебя пугает больше, чем, блядь, Рейк. Да. Блядь, не заблудились, куда он нас завел? Идем туда обратно. Сука. Вообще нихуя не знаю. А, вон он, я нашел его. Блядь, подожди, не раз вернусь. Ну вот это еще. Вон он. Где? Вон он сзади. Вонная поход. Майкл Джексон. С ружьем. Ой, он все. Устал. Ты видишь уже? Ты отлагал? Да. Да я ничего не вижу. Ты не видишь. Как он может отлагать, если носится как дебил, блядь, по всей карте? Мне никак не получается перезапуститься тогда, блядь. Ну давай, Санёк, опять пересоздай. Подожди. Вот так вот. А вот это чё тут? Нахуя? А? Блядь, тебя птички, главное, попиздили, нахуй. Ну, я вообще спиздил. Охуел, кстати. Вы где, блядь? Возле палатки. А, во. Погнали. Ты что, здесь нам может быть такой пизда настать? Блять, в кустах хуёво видать. Ага. Это здесь машинка должна быть. Смотри, на какашку и наступи. Чего? На какашку, говорю, смотри, наступи в кустах. Волк насрал, блядь. Ебать. Это что сейчас? Хули я с этой видеокамерой сделаю, блядь. Пойдемте быстрее. Слышь, Димка, это что, он типа кого-то, блядь, честный пиздарон, да? Банан, наверное, ебал. Идемте сюда, скажем. Слышь, я с тобой согласен, нахуй. И смех, и слезы, блядь. Реально страшно, блядь, сейчас. Такой, блядь, его. Походу, это обутка. Вы там не потерялись? Нет. Димка, мне кажется, вот потеряйся, мы так вот и зарет кто-нибудь, блядь, такой ближе, нахуй ты нахуй. Инфаркт, нахуй.
там будка вроде. Там, вон там. Вон. Сама, блядь, сидит. Кирилл, не имитируй. Имитируй саму. Подорожки. Охуенно. Но мне пока что нужнее. Ну, еще пока. Да. Переждем чуть-чуть тут. Посмотрим, где этот петух. Пиздец, такой рыбы был, блядь. Ну, Димка, ты уже, наверное, второй раз это Орио слышишь, да? А? Ты второй раз это уже Орио слышишь, да, наверное? Во, нашел тачку. Тебе, наверное, не страшно, да? Вот здесь второе ружье, кому надо, вот берите. Я взял. Да, я тебе теперь тоже с ружьем покажу. А я с камерой, блядь. Ну что, пойдемте за третьим ружьем? Да. Со снайперским прицелом. Ну-ка, стой. Ну-ка, посмотри на меня, Ну-ка, на тачку встань еще. А, я понял. Да, ну, Кирилл, подойди к нему. Ну, рядом с тачкой встань, да. Знаешь, что, вот так надо сделать. Ну все, давай, пошли. У нас Кирилл. Так. Пойдем вон туда. Сейчас я буду обсираться. Ты на реку в лесу, блядь, бежи. Димка, знаешь... Стреляйте в него, в это говно. А где он? Чем? Камерой, блядь? Дебил. Я в него разок попал вроде. А в конце будет написано... Все эти... Все, кто играли, блядь, сдохли от собственных пуков. Пойдемте вон туда. Заведет он нас сейчас тут. Я оставлю, блядь. Сейчас же беда. Ты нас не оставишь по одной простой причине. Ну да. Ты будешь тут потом штаны. Пойдем, я вам признаюсь. И будешь кричать, верните себе все. Давай, Санёк, веди. Сам проще. А куда вести-то, блядь? Ну, туда просто, иди. Вот. Давай, вот туда. А, ещё чётко. По болоту какой-то, блядь. Самый тёмный. Вон, будочка стоит. Хорошо. Вот, будки. От будки к будке будем, блядь. У, это болото. Всё, я знаю, куда нам. Налево давай поворачивай. Нахер туда. Вон туда. Беги давай. Чуть-чуть правее. Чуть-чуть. Не так сильно, левее чуть. Ты сейчас в его логово бежишь, дебил. Не стоит туда бежать. Чего? Да я слышу, там какая-то свинья пищит. Она там завтракать сидит. Налево чуть-чуть. Вон туда. Да? О, да. Нормально. Сейчас вот... Вот! Смотри, вот тропинка. Где? Вот и я бегу. Ну, а скорее... ты что-то, блядь, я еду в одну сторону, бежал в другую. Давай, ты вперед, беги, ты пушечное мясо. Да конечно, блядь. Там какой-то свет есть. Мы сейчас к нему. О, кабанчик. Да, кабан. А кабан застрелить можно? Можно. Ну чё ж ты увидел? Зажарили мы. О, он сейчас может сюда прийти. Серьезно, что ли? Рейк, да, похавает. Кто выключил фонари, блядь? Не выключил. Так страшно будет. Вот пойдем туда дальше, прямо. Сань. На кабана или туда? Туда. Да? Да. Там будка есть еще одна, давай нее тоже. Давай. Залезай первый. Да? Ну, вдруг просто он бы опять будет. А, я-то думал, ты что ты такой шибрый? Да пошли в его логово, сходим, блядь, хуй. Подожди. Надо экшену больше. Экшену, блядь, не так страшно. Не знаю, мне только было страшно, когда какой-то, блядь, мужик заран, нахуй. Я просто подумал о судьбе этого мужика об этом. Пойдемте, вон туда. Она была неизвестна. Чуть правее возьми. Вот туда? Там будка слева, справа вообще. Во, правильно бежу. По тропе. Пиздец, ну.
Давай, забирайся. Блять. Не-не-не, давай забирайся. Ну давай. Кирилл, давай. Блять. Буду глюченый, блять, каких-то. Левитирует такой. Дайте мне втиснуться немножко. Давайте через бинокль его пропалим. Давай посмотрим, что. Где ты, петушара? Где ты, гам? Продолжаем. Ну все, пошли. Вот смотри, как спускаешься и прямо по этой тропинке. Тихо, сзади, сзади. Кто? Что-то было. Да там, там дерево. Там просто дерево. Хуя себе просто. Ну так страшно. Ебать его, куда убежать-то? Да прям по тропе беги прямо. Ребята, я думал, что все, блядь, потерялось нахуй. Сзади, блядь, что-то нахуй кого-то тащило, блядь, все. За ногу схватил. Да-да-да, блядь. Так, что-то мы не сюда пришли. И что-то мы узнали. Вот, смотрите, свет, пойдем. Где? Вот там, куда я смотрю, там вот свет, да. Какой Эйнменшик. Вот, будка, все, пизда. Кому пизда? Лагано, он где-то появился. Ты че, Кирилл, завис, что ли? Да. Блядь, начинается. Это не он? Нет, это... Нет, этот Кирилл опять взбесился, посмотрел. Пойдем, пойдем, пойдем на свет пошли. Ну пойдем, а где он? Вон, видишь, куда я смотрю? Блядь, погаешь. Ну давай, беги, блядь, заебал. Да ты дурак, что ли, я первый никогда не побегу. Да беги, блядь. Его, подожди, я его потерял. Кого? Свет. Вот и я не вижу никакого света. А, вон он, все. А чё? Чё, это говно, конечно же, на меня выскочит, блядь. А, это в этот водопад. Свет, блядь. Ну как свет. Там в водопаде внутрь прям заходишь, там потом. Да. Блин, ты ж карту помнишь, куда идти? Нет, здесь я еще её не был. А, я не могу взять. Я не могу взять. А эти по чесноку никому нахуй. Пойдем, у меня тут начинает немножко фризить. Ну ладно. Да блядь, блин, подожди еще раз. Не может быть, чтобы не берешь. Да, не берешь. Нет, не страшно. Пошли. Вон туда, беги прямо, бро. Вон туда. А туда? Чуть-чуть правее. Просто у меня фонарь как будто бесит. Сейчас. Дебил, ты чё стреляешь? Да, блядь, у меня мышка просто сверху иногда высвечивается, она, блядь, мешает. Куда идти, как забраться? Вот туда, вот, да. Да. Сейчас. Наверх. Виснет, пожалуйста. Все. Да подожди меня, меня подожди. Там светик горит. Чё, пойдем. Пошли на свет туда. Да. Тут не снять, что это. Блядь, это дерево ебу. Ой, сейчас я обосрался. Как он тут уже оказался? Пойдем дальше. Подойди к нему, подойди к нему. На меня посмотри. Это что справа стоит? Это пиздец, блядь, нахуй. Просто это я. Вперед, да, туда. Кирилл, хочешь историю тебе расскажу? Мы, короче, идем такие, блядь, идем, видим свет, блядь, говорит, нахуй, приходим, а ты, блядь, там стоишь, нахуй, наверх смотришь. Хуя, за этого Рейка тоже можно играть? Нет. Вот, я только что трейлер смотрел, там, чувак. А, да, кто-то тоже комик писал, за Рейка можно играть, типа. Да ладно, как? Ну, здесь ты нельзя. Да, прям показали щупальца, и он так прыгнул, пиздец, выше деревьев, блядь. Слушай, может, если тогда это... Ой, вот. А, так мы же здесь были. А. Ай, откуда вот он? Мы здесь не были, дурак, это было второе логово. Откуда он меня придумал? Тут третье ружье. Похуй. Ладно, я возьму. Я уже. Блядь, откуда он меня придумал? А ты у меня, блядь, куда телепортнулся сначала? А потом дверь закрывается, или это не дверь? Это дверь, но она не открывается. Да. Пойдем дальше, выходи налево. Налево, мы же там были, там, по-моему, водопаду ход. Нет, мы справа пришли. Да, ну давай. Я просто в прошлый раз шел туда и куда подпишу. Так страшно, пердак болит. Блять, что-то подыбить.
чуваки к игре пишут, это лысый пиздит, у меня полгода назад шампунь спиздил. Сука, скажите, где он, я его отпизжу. Вот там справа что-то. Это водопад, блядь, я... Воу, мы что, кругами ходим? Выключай, выключай! Саня, выключай! Че выключать-то? Игру! Кирилл, это просто эпик. Мы, блядь, вот ты видишь, куда я смотрю, да? Ну. Побежали туда. Мы, блядь, пришли, да? Нет, тут... мы пришли чуть правее. Не-не-не, я Кирилл, блядь, мы пришли, блядь, нахуй тут кто-то, блядь, начал дышать, блядь, рядом с нами, как медведь, блядь. И, сука, я не знаю. Ты был медведь. Ай, что-то лагает. Блядь, Сашка, меня подожди. О, блядь. О, горы, мы на краю карты. Все, край карты. Хуйня, у нас нет. Ты врал, блядь. Ой, я вижу, где этот находится. Кирилл, вечно тебе память, блядь. Помним, любим, скорбим, уже дальше. Это, походу, его убили. Слушай, представляешь, если он превратится теперь в этого, блядь? Давай, беги. Че, по краю карты пойдем просто искать? Да. Вдруг интересно, но снем. Ой, блядь. Нет, блядь, реально все замерло. Вот, вот это место, пойдем туда, там снайпа лежит. О, сука, блядь. Он здесь тоже часто бывает. Слушай, ты... Блядь. Блядь. Так страшно. А ты так уверенно шел? Пиздец, так страшно. Слушай, в хороших налево. Наушниках. Налево. И здесь налево выходит. В хороших наушниках ты такая же прям. Чё, куда? Знаешь, что? Тупо это хрипает, а. Пойдем, пойдем, пойдем. У кого-то, блядь, диарея, нахуй. Это я в кустах. А, нет, здесь уже никак. А чё, они убрали, что ли, озеро? Пойдем сюда. А, вот. Тут нога чья-то. Кирюх, ты не твоя? Вот, вот, вот. Вот она. Давай сейчас приконнекчу, посмотрим. Ты снайпу забрал, дебил. А, нет, вон он. Все, ты че, дурак, что ли? А еще есть снайпа? Нет. Сука, охуел. Так, кто-то плюс. Обзор на снайпу. А как меня по НК прицел. Купается кто-то. Это Кирюша купается. Слышишь, что я говорю? У меня по НВ прицел. А у меня бинокль. Ну что, туда побежим, вот туда? Прямо? Пойдем туда? Пойдем. Блять, у меня патрон нету больше почти. Так что если что, а что-то почему? Ну, ты... болото. Но мы там не выйдем, потому что оно такое как закругленное. Прямо, дальше? Придется возвращаться так же, как мы сюда пришли. Ой, что это тут за такая пустота прям. Че, оно окружено. Круглое. Ну, пойдем. А куда идти-то? Ну, обратно, как мы и пришли. А ты знаешь куда? Нет. Вот проблема в том, понимаешь, что... Тихо-тихо, остановись. Это типа пытается показать. Нихуя себе, ты из пальцев, что ли, стреляешь? Ты где, блядь? Да сзади стоишь, что ты стоишь? Идем. Типа обосрался и фуру скачал. О, тут эти трупы... А, я думал, это трупы вещат. У тебя уже фантазия играет, понимаешь? Там что-то шумит. Листья пал. Субая сеня, нихуя себе. Где ебучего? А, вон. Ты куда делся? Блянь. Я стрелял. А, вон ты. Да. Все, пойдем. Наверное, сюда, я потому что. А че за вниз там? А, это просто ямка. Ну все, значит. Он здесь срет, пойдем.
Красные кусты пугают меня больше всего. Почему? Есть быки, которые красный цвет любят. Я так понимаю, что ты этот. Ты мазохист, да, стреляешь прям, чтобы он пришел. Блять, это как тут появилось? Это откуда нахуй? Он там, осторожно. Димка, это откуда? Смотри, из этих. Это, блядь, свинья нахуй. Димка, откуда она появилась? Ее же здесь не было. Смотри, сверху вылез. Он здесь жрет. Вот он, короче, в одиночке. Он, короче, вот такими трупами украшает твой этот. Мы в столовку, что его помнишь? Твой полиция. Этот вагончик твой украшает каждую ночь. Поэтому несколько трупов прибавляют. Типа, как знаешь, как в фильмах там, когда маньяк там пишет. Да, да. И под конец фильма, короче. Ой, фильм. Под конец третьей ночи у тебя, короче, просто все в этих трубах кабаньих. Пойдем нахер отсюда. Столовой. Слушай, ее ведь не было, да? Ведь помнишь, да, 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 да. Пойдем отсюда, пойдем. А где, блядь, ты? Да все, я сзади, иди куда-нибудь. Вот, чуть-чуть левее возьми. Окей. Вот. Сейчас, подожди, пройди. Почему именно меня надо бить? Я что-то падает. Я развернулся нахуй. Давай, вот туда, смотри, куда я смотрю, да, вот так вот побежали. Туда что? Чуть-чуть правее ехать. Мне кажется, надо. Ну, вот, да, вот туда. Еще чуть-чуть буквально. Вот, да, вот так. Сейчас в его логово побежим. Давай, я с удовольствием. Угу. Он там прям спит такой калачиком свернутый. Ну, блять, хоть и экшен будет в конце. Завершим эпично. Обоссавшись просто. Все, у меня монстр играет. Во, лагерь выбежал, ничего себе. Это лагерь наш? Да. Подумала, блядь. Я по камерам буду смотреть, где он. Я тоже пойду посмотрю на камеру. Где-то первая камера в лесу в каком-то. Скорее всего, он её прям снесёт. Снесёт? Да, он прям возле неё становится такой, кричит это, и типа рукой бьёт. Снимать, ну, я она пропадает, типа ломает. Ну там он что-то стоит. А как приблизить? А, нет. Приблизить нельзя, только влево-вправо. Просто какая-то хуйня стоит, видишь, он со светом. Он же смотри, видишь нулевую камеру, да? Нажми. Ну. Видишь, да, наш этот? Да. Вагончик. Он может на крыше сидеть. Потом ты такой нахуй закрываешь. Ой, яйца чешутся. Сам играй игрой, пугать, а яйца по расписанию. Блин, ну чё? Чё? Много не реализовано. Так что чё, там ждём? Где эта тварина просто жоп? А мне кажется, он про нас ждал недавно. Мне интересно, где там Кирилл сейчас у нас сидит в лесу, блядь. В лесу, блядь. А, он так он его хуярит там, наверное. А, кстати, может быть, помнишь, какого орева ты был? Тихо. Шо? Ну-ка, отойди-ка, блядь. Чего он? Отойди. Просто он, я слышал, какие-то шажки мелкие. Я вот думаю, не он ли это шлюхает. Да ты, скорее всего. Меня шлёп. Оба. Ты слышишь такой, как быстренький такой, маленький топик такой? По листве. Это пидор. Это вот карта вся, что ли? Да, вот это вот. Видишь, где справа, ну, снизу, точнее, обведено. Вот церковь, что ли, есть? Смотри, обведено, или да? Или что за могила такая? Могила да хуйня. И вот эти где... Ну, мы, короче, вот в этих вот хуйне вот. Три кружка с крестиками, это где его последний раз видели. Ну, маленькая карта. Да доделают потом, хорошо, если опять же доделают.